большой привет! Сегодня 1 декабря, и, как вы видите, я нахожусь на набережной Новороссийска. Сегодня у нас ветер где-то 17-18 метров в секунду. В общем-то, тепло, поэтому у меня есть полчаса времени, чтобы немножко погулять по набережной. Но я ее снимала очень много в предыдущих видео, поэтому, наверное, много снимать не буду. Немножко поболтаем. Кто не знает, город Новороссийск основан в 1838 году как русский военный форпост в Северном Причерноморье. В 1855 году во время Севастопольской кампании выдержал осаду англо-французской эскадры. Приятель отступил. С конца 19 века Новороссийск – столица Черноморской губернии. А в начале 20 века Новороссийск превращается в крупнейший промышленный центр юга страны. В 1920 году от причалов Новороссийска уходила в изгнание Белая гвардия. В 1943 году защитники Малой Земли проявили беспримерный героизм в противостоянии с фашистами. И 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден. После Второй мировой войны городу было присвоено почетное звание города-героя. Если вы хотите видеть море не только летом, когда приезжаете на курорт, но и все времена года, то подписывайтесь на канал Ольга Новоросска и смотрите о жизни в Новороссийске. А в том году, так как муж работал 1 января на Новый год, мы решили всю ночь не праздновать, а поужинали с друзьями и где-то к 10 часам вечера приехали сюда на набережную. Выяснилось, что на Луду было много желающих именно на набережной отметить Новый год. Кто-то прям хорошо подготовился и накрыл стол прямо на берегу моря. Ну, а кто-то просто прогуливался. Мы решили прогуляться по набережной. И в 12 часов открыли шампанское и встретили Новый год. В этом году у меня муж дежурит прямо на 31 число, то есть прямо с утра заступает, его не будет. И только 1 числа мы будем вместе отмечать с семьей праздник. Поэтому где мы будем 31 числа с сыном отмечать, мы даже не знаем. Так как сильный ветер сегодня, то мой голос меня практически не слышно, поэтому лучше поставлю какую-то легкую музыку и понаблюдаем за этой прекрасной стихией, за что. Thank you.
набережной стоит памятник основателям города Новороссийска и три легендарные личности. Это Раевский, Лазарев и Серебряков. Вдалеке крейсер Михаил Кутузов, который является сейчас музеем. Ну, так как ветер усиливается, по набережной сложновато гулять, поэтому пойду в машину и там немножко посижу. На сегодня все. Спасибо, что вы меня смотрите, подписывайтесь на канал, смотрите о жизни в Краснодарском крае. Всем пока!